И тут средства передачи информации на огромные расстояния. Превратить мечты в реальность способно явление, называемое квантовой запутанностью. Уже сегодня ученые пытаются поставить его на службу гражданским и военным технологиям. Фред Каднер, Университет Каролины, Санта-Крус. Квантовая физика предполагает, что один объект мгновенно может влиять на другой, даже если между ними миллионы километров. Вот как это работает. Когда взаимодействуют две субатомные частицы, они могут спутываться, то есть их скорости, положение и другие характеристики становятся взаимозависимыми в силу каких-то неизвестных науке процессов. Таким образом, если изменить качество одной из таких частиц, другая тоже мгновенно изменится. В идеале ожидается, что квантовое состояние частицы абсолютно зависимо от квантового состояния ее частицы-партнера. Это означает, что если ученый, наблюдающий за запутавшейся частицей, заставит ее вращаться по часовой стрелке, вторая частица немедленно начнет вращаться в обратную сторону. Поначалу такое открытие кажется любопытным и только, но давайте вдумаемся. С его помощью можно воздействовать на объекты, которые находятся в миллиардах световых лет от нас. И действие на один объект будет оказывать влияние и на другой. Это явление потрясает, потому что оно означает возможность мгновенной передачи информации от одной частицы к другой со сверхсветовой скоростью. Я не понимаю суть этого феномена, да и никто не понимает. Это то самое мистическое дальнодействие в терминологии Эйнштейна. Квантовая запутанность – факт не только микромира.